спонсор прогноза погоды «Капли Акумитил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акумитил. Здоровье и сияние ваших глаз. В четверг в Самарской области облачно и пасмурно, пройдет дождь, с местами сильный. Дневная температура 21-24, тепла ночью плюс 12, плюс 14 градусов. Ветер южный, юго-западный, скорость 4-6 метров в секунду. В Сызрани небо в облаках, пройдет небольшой дождь. Днем плюс 21 градус, ночью плюс 12. Южный ветер, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти облачно, осадки в виде дождя, днем плюс 21, ночью плюс 14 градусов, ветер юго-западный 4 метра в секунду. В Самаре малооблачно, днем и вечером дождь, гроза, плюс 21 градус в дневное время, ночью плюс 13, ветер южный 3 метра в секунду, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 55%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.